Но, хозяюшки, доставайте тетрадки с рецептами, готовьтесь записывать, а я запоминаю. Итак, Андрей, начинай запоминать. Мне без твоей помощи вообще, если честно, не обойтись. Угу. Поэтому... Рассказывай, видел я тебя на пятнице, давай. Ну ладно, сегодня на пол ничего не полетит. Да. А, мне нужно, чтобы ты смешал мюсли и горький шоколад, который я предварительно уже вот до консистенции такой жидкой довела. Это у нас будет подложка для нашего торта. Я тем временем буду взбивать суфле. Суфле у нас будет состоять из сливок. Так. В принципе, нужно ориентироваться относительно формы. Моя форма рассчитана будет на 500 грамм сливок и грамм 200 сгущенного молока. Это вот называется лопатка. Ей производится перемешивание. Как здорово чувствовать себя хоть в чем-то превосходящей. Да. Так, сейчас закрой уши, будет громко. Андрей, да у тебя талант к перемешиванию. Говоришь, как моя мама. Так, собственно, наша подложка готова. Теперь ее нужно распределить по дну нашей формы. Да. Угу. Да, вот так вот просто. Знаешь, на производстве обычно есть отдельный человек, который моет посуду. Так. Как ты думаешь, кто из нас это будет? Я не знаю, как бы мы с тобой распределили это на производстве. У этого человека обычно квалификация чуть ниже. А, ну все, понятно. Значит, это будет наш оператор. Блестящая работа, обратите внимание. Ни одной дырочки. Идеальное дно. Идеальное дно, так я могу описать свое раннее творчество. Все, наши сливочки взбились вместе с сгущенным молоком. Заранее я замочила в молоке желатин, у меня был быстро растворимый, поэтому сейчас мы его чуть-чуть подогреем. Сделаю я это сама, потому что на самом деле здесь важна определенная температура, и новичку я этого не доверю. Пожалуйста. На самом деле его можно повторить за 10-5 минут, плюс-минус, в домашних условиях, но при этом изобразить серьезное лицо, и будто вы над ним колдовали часа 3, потому что по вкусу он будет на 3 часа. Интересно. Ладно, что там у нас с желатиночкой? Желатиночка, наш желатин готов. Ты видишь, что это однородная консистенция. И теперь мне нужна твоя помощь. Давай. Сейчас я буду мешать, а ты будешь потихонечку добавлять. Хорошо. Желатин. Такое ощущение, что мы с тобой майонез делаем. Сейчас я лил только оливковое масло. На самом деле текстура у сливок получается очень нежная, поэтому перемешивать нужно аккуратно, не взбалтывая, чтобы они не осели. Вливаем тонкой струйкой или неважно? Неважно. Ты это делаешь идеально. Так, ну, собственно, все. И заливаем наше суфле. Только обратите внимание на то, что подложка перед этим должна замерзнуть. Дайте ей постоять в холодильнике хотя бы минут 5-10. Все? Угу. Теперь смотри, наш торт. Держи, разберись. Спасибо. Спасибо. Наш торт мы убираем в холодильник. Часа на 2-3 минимум, а лучше оставить его вообще на ночь в холодильнике. Я пойду найду холодильник. Иди, найди холодильник. Не скучай. А я пока, используя секреты телевидения, возьму, поколдую, подниму правую руку вверх, а она у меня отвечает за колдовство. Сделаю вот так и достану готовый вариант, который любезно предоставлен нашим кондитером Анастасии. Остается только продегустировать. Да, давай я тебе отрежу кусочек. А можно я тебе признаюсь? Давай. Ты не любишь птичье молоко? А это одни из самых мной нелюбимых конфет. Но, я не знаю, может быть, сейчас все изменится. Но я должен быть честен. Но это же все-таки не конфеты, это в первую очередь торт-суфле. Пожалуйста. Ну давай, будем пробовать. Оп, а ну, как все трясется аппетитно. Это торт, чем... суфле. Это торт чем-то похож на меня, ты знаешь? У тебя нет шансов, потому что у меня есть нож. А это уже уголовная статья, я тебе хочу напомнить. Слушай, нет, но торт вкуснее, правда. Подложка, вот это, или как, подложка называется? Да, это подложка. Это вкусно.